готовься. Громогласная. Госпожа, скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа Валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу? Прощай! Как громко. Валькирии чтут не за манеры, знаешь ли. Я не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Голова. Сигрун, королева Валькирий. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была во плоти. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить, скажем так. Вы... были влюблены? Ох, парень, я же покраснею, наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же валькирии, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда неплохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать. Если, конечно, вам не жаль времени.